Центр управления полетами стал площадкой турнира по инициативе Федерации шахмат Московской области и региональной общественной приемной «Единой России». Президент Федерации Сергей Корякин в ничью сыграл с борт-инженером Олегом Кононенко, который находится на борту МКС, и провел сеанс одновременной игры на 24 досках. Среди участников была представительница Звенигородского клуба шахмат, 10-летняя Мария Тарасова. Во-первых, это возможность посмотреть, как управляют станцией МКС. Во-вторых, это возможность сыграть с многократным чемпионом мира Сергеем Корякиным. В турнире Мария участвовала вместе со своей землячкой Ксенией Чуднявцевой. Кроме них, гроссмейстеру противостояли студенты, участники СВО, представители общественных организаций со всего Подмосковья. Выиграть у мастера никому не удалось, но самым интересным моментом турнира стала возможность напрямую поговорить с космонавтами на орбите. Я спросила их о том, скучают ли они по Земле, ведь я знаю, что они в космосе проводят время в космосе несколько месяцев. Они ответили, что очень скучают по родным, близким, что им очень хочется на Землю. Шахматный клуб в Звенигороде был возрожден в прошлом году. Здесь уже провели два турнира общероссийского уровня. Теперь начали отправлять своих представителей на различные знаковые мероприятия. Тимур Гайсин, телекомпания «Одинцова».